Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Кировским обманутым дольщикам обещают помощь юристов. Пострадавших от действий застройщиков предлагают включить в число граждан, которые смогут получать бесплатные юридические консультации. Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание, сообщает бизнес-новости в Кирове. Как поясняется в документе, новшество поможет, цитирую, снижению социальной напряженности среди обманутых дольщиков и в обществе в целом. Дополнительных расходов из бюджета предлагаемые изменения не повлекут. Расходы адвокатов компенсируют в пределах средств, заложенных на оказание бесплатной юрпомощи. Отмечу, что в случае принятия законопроекта получить помощь юристов бесплатно смогут лишь граждане, признанные пострадавшими дольщиками официально. Таких в регионе порядка 200 человек. Дайджест недвижимости. Свыше полумиллиарда рублей задолжали поставщикам тепла три кировские управляющие компании. Антирейтинг самых крупных неплательщиков составил кировский филиал «Энергосбыт-плюс». Лидером списка, как и в антирейтинге должников за электроэнергию, стала УК Октябрьского района. Ее долг за тепло – 380 миллионов рублей. На втором месте УЖХ с задолженностью в 108 миллионов. На третьем – Горжилкомплекс – 57 миллионов. Совокупный долг поставщикам тепла управляющих компаний ТСЖ и ЖСК на январь этого года превышает 2 миллиарда рублей, уточняет Киров.ру. Дайджест недвижимости. 24 тысячи отработанных ртутных ламп сдали в прошлом году на утилизацию кировчане. Как напоминает сайт администрации города, контейнеры для сбора энергосберегающих лампочек установлены в 48 пунктах на территории Кирова. Их можно принести в мэрию Новоровского 39, в территориальное управление всех четырех районов города. Также контейнеры размещены в здании Министерства охраны окружающей среды на Красноармейской 17 и в корпусе Вятского госуниверситета на Московской 36. Кроме того, отработанные ртутные лампы принимает ряд торговых предприятий. Сдать лампочки можно и в свою управляющую компанию либо обслуживающую организацию. Эта услуга для горожан бесплатна. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.